Уверенный оптимизм на разрешение конфликта на востоке Украины высказал глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на Мюнхенской конференции по безопасности. В то же время он подверг серьезной критике планы на поставку оружия Киеву и позицию Запада в целом. Что касается, собственно, Украины, то, к сожалению, на каждом этапе развития кризиса наши американские коллеги, под их воздействием и Европейский Союз, предпринимали шаги, которые вели к эскалации. Так было, когда Евросоюз отказался обсуждать с участием России последствия введения в действие экономического блока соглашения об ассоциации с Украиной. Затем был прямо поддержан государственный переворот, а до этого были поддержаны антиправительственные беспорядки. Сергей Лавров заявил, что стратегическое партнерство ЕС и России не выдержало испытаний. Кроме того, по его словам, в настоящий момент активность ВВС НАТО над территорией Украины в разы превышает деятельность авиации Российской Федерации.